участники традиционного спортивного праздника, посвященные Международному дню защиты детей, построен. Командующий парадом Фомин. Разрешите начать праздник? Разрешаю, вольно. Парад вольно! 2023 год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом педагога и наставника. Этот год проводников в будущее. Год педагогов, чья миссия формирует личность, его духовность, опыт и знания. Быть учителем – это призвание. Уважаемые педагоги, от всех детей Михайловского района мы говорим вам спасибо за то, что изо дня в день вы каждому из своих учеников дарите частичку себя, прививаете любовь к знаниям и открываете дорогу в будущее. Сегодня очень хороший праздник, День защиты детей, первый день лета. Мы его все с вами вместе ждали. Конечно, прекрасный праздник, потому что мы видим, что в стране в целой, в нашей, в области делается много для детей. А это новые школы, это новые детские сады, спортивные комплексы, различные мероприятия. Все для того, чтобы поддержать наших детей, воспитывать их в духе патриотизма, в любви к родине, в любви к старшему поколению. Это очень хорошо. Мы обязательно будем дальше обучать истории, потому что наши дети должны знать неперевернутую историю, потому что наша история Великой России – это великая история. Перевернуть мы ее никому не дадим. И обязательно передадим нашим детишкам, чтобы они передавали дальше из поколения в поколение, потому что кто не знает истории, у того нет будущего. Ну и, конечно, мне хочется сказать, что вы, ребята, наше будущее, самый-самый главный клад, самое-самое главное сокровище для нас. Поэтому обязательно будем вас защищать, оберегать. Мы вас очень сильно любим, ценим. Так что и вы любите и цените свою родину, своих родителей, своих педагогов, учителей, воспитателей. Это очень важно. И все у нас получится. И не забывайте, что мы граждане великой и могучей страны России. С праздником вас, дорогие! Yeah.
Детство — это смерть и радость. Это песни, это дружба и мечты. Детство, детство, детство — это краски и радость. Детство, детство, детство — это я и ты. Детство, детство.
мероприятие прошло очень интересно, очень весело. Столько зон было разных интересных сделано. Потому что вот действительно начало лета, начались каникулы, и детям очень хочется уже прочувствовать это, понять, что вот началось действительно лето, началась такая веселая, интересная пора. И вот очень здорово, что оно началось вот с такого интересного мероприятия, как сегодня. Поэтому с удовольствием побыли, с удовольствием посмотрели, с удовольствием погуляли здесь, пообщались. Ребенок увидел каких-то своих знакомых, поэтому очень все интересно. На что вы обратили внимание особенно? Ну вот на зоны с фотографиями, мастер-классы очень вот были интересные зоны, концерт был интересный, награждение, дети такие все эмоциональные, так вот получали с удовольствием грамоты, очень здорово, что вот в таком вот в детском коллективе, вместе со своими ровесниками они получили какие-то награды, другие дети обязательно будут тянуться за этими детьми и тоже будут стараться получать награды. Очень здорово, когда вот в таком массовом мероприятии награждают детей. У меня все прошло хорошо. Я увидела своих друзей, с ними поиграла. Мне очень понравилось, как они танцевали, танец. Мне понравилось на детской площадке, как я там играла. Вот, я увидела, приехал представление посмотреть мой папа. Мне очень понравилось. Я как главный судья соревнований, в принципе, отвечал за организацию всего вот этого мероприятия. И в частности за проведение спортивной ее составляющей, то есть это и веселые старты. Ребята показали, бились достойно, показали хорошие результаты. И победители, и призеры будут награждены, но чуть-чуть позже, потому что праздник еще продолжается. И дабы детей мы, на жаре такой мучить не будем, отпустим их домой. Дети устали. Вот. А так, в целом, помимо того, спортивной части здесь присутствует еще и досуговая, развлекательная. Есть непосредственно уже мастер-классы проводят. Это кружево, рисование и, как традиционно, как норма, сдача ГТО. Ну, вообще, чтобы отдохнуть, посмотреть, провести время с одноклассниками, с друзьями, отдохнуть, расслабиться, чтобы посмотреть, все-таки праздник, все-таки День защиты детей. А что ты увидел, что тебя впечатлило здесь? Мне понравилось, как боролись, веселые старты были прикольные, и танцевали девочки из... в розовых костюмах.